В Лондоне финансовым и деловым кругам были представлены перспективы Международного финансового центра Астана. Главный месседж организаторов мероприятия был прост и понятен. Казахстан – страна, открытая для бизнеса и прямых иностранных инвестиций, рассказывает Галымжан Карманова. Нормативно-правовая база Международного финансового центра «Астана» основана на лучшем мировом опыте. Кроме того, МФЦА работает в соответствии с общепризнанными стандартами регулирования судебной системы, финансовых услуг и операций на фондовых рынках. Именно о них в этот день шла речь на встрече британских капитанов бизнеса с представителями казахстанского центра. Я очень рад тому, что суд, за который я ответственен, делает большой прогресс. Мы открыты бизнесу, мы строим соответствующую инфраструктуру, чтобы все получилось на высшем уровне. Представители МФЦА рассказали британским бизнесменам о результатах первого года своей деятельности. Особо был подчеркнут вклад судей и Международного арбитражного центра в становление судебной системы центра. Также они выразили уверенность, что экосистема, которая создается общими усилиями, станет гарантией безопасности для инвесторов со всего мира. Это невероятно. Сегодня собралось около 200 человек. Половина из них знакомы с Казахстаном, и они уже развивают совместный бизнес. Другая половина еще мало знает о стране, но пришли, чтобы восполнить этот пробел. С момента официального запуска МФЦА были запущены и торги на бирже центра. На его площадке уже зарегистрировались 100 компаний. Ожидается, что после этой презентации этот показатель станет больше. Галымжан Харманұлы, Лондон, Великобритания. Специально для Хабар 24.